спортивные симуляторы всегда пользовались повышенным вниманием геймеров. Но несмотря на большое количество игр подобного жанра, разработчики продолжают свой тяжелый труд и клепают все новые и новые версии. Electronic Arts некоторое время назад выпустил хоккейный симулятор NHL 99. У владельцев такой коробки появляется редкая возможность отправиться на чемпионат мира и расколотить 27 команд. Делать это можно в самой благоприятной обстановке. Выбор стадиона, назначение судейской бригады и, конечно же, выполнение функций главного тренера целиком в вашей власти. Так что покупайте свисток и начинайте отбирать игроков, формировать звенья и решать, кто именно выйдет на ледовую площадку в ту или иную минуту матча. В НХЛ образца 99 года учитываются персональные характеристики игроков, уровень мастерства, результативность и даже возраст. Прискорбно, но факт. Новинка является модернизированным вариантом версии NHL 98. Но за прошедшее время разработчики смогли значительно улучшить интерфейс и напичкать игру 3D-графикой. Благодаря этому все действующие персонажи выглядят вполне реалистично. К тому же, во время игры у вас есть возможность наблюдать хоккейные баталии с 5 камер. В каждой из них можно изменять угол обзора. Правда, для этого в вашем компьютере должен быть установлен мощный графический акселератор. И еще. В последнее время многие игры выпускаются с поддержкой сетевого окружения. Не стал исключением NHL 99. Одновременно здесь могут биться до 6 человек. Так что играйте в хоккей и в компьютерные игры. Это занятие.